Первый год мы посеяли кукурузу на зерно. Фирма КВС, это сорта для силоса Рональдиньо. Вот стоим сейчас на поле, на зерно убираем кукурузу, семена, корифей. ФАУ 170, мы начали убирать вчера первый день. Значит, урожайность это порядка 8 тонн с гектара. Ну, процент влажности уборки где-то порядка 33%. Я считаю, что семена хорошие, и мы смотрели семена в других хозяйствах, и считаю, что вот это семена КВС, именно на зерно, вот сорт Корифей подходит для Калининградской области, и мы, я думаю, что в этом году получим минимум 8 тонн с гектара данной культуры. Значит, в этом году мы приобрели два комбайна Россельмаш Акрос 580-585. Первый комбайн мы приобрели весной. Он проводил уборку зерновых культур и рапса. Намолотил зерна и рапса более 2500 тонн. Комбайн себя показал хорошо. Компания «Балтагросервис». Мы сотрудничаем уже несколько лет. Компания хорошая. Мы не только занимаемся покупкой техники с компанией «Балтагросервис», но и поставку. Они нам делают поставки минеральных удобрений, средств защиты растений, семена. Компания «Балтагросервис» работает в сельском хозяйстве Калининградской области более 15 лет. Я их знаю, я работал еще в другом хозяйстве, и все в течение 15 лет мы с ними сотрудничаем.